Ребят, нагадайте с трех раз. Ладно, ребят, игра. Кто хочет стать миллионером? Что это за модель паза? ПАЗ-32А. ПАЗ-3205. В. ПАЗ-32054. И. Б. ПАЗ-32053. Тик-так, 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 тик-так. Правильный вариант А. ПАЗ-3205. Ну, ребят, если вы написали в комментах тоже ПАЗ-3205, поздравляю, вы угадали. Потому что, ребят, его никак не узнать, потому что, ребят, ну, кто узнает такой автобус, ребят, в роли старенького? Ну, ПАЗ, давайте посмотрим сразу колхоз, можно открыть всякие люки. Там сзади еще, вот, а, это. Седьмое, а у нас тут ни на как... Так. Ну и все. А, в принципе, баллоны у нас сверху и снизу. Могу заявить, ребят, покатался совсем чуть-чуть. Так, ребят, не могу заявить. Так что надо сейчас только будет покататься. Поехали. Пассажирам нашим. В Тамбове мы пойдем по маршрут 53. Ну, обратную сторону, короче, как маршрут 35. Как мы катались на Лязе. И народ штурмует. О, смотрите, занял козырное место вот это. Видите, тут один может сидеть. Это никто тебе не мешает. А довольно быстро, ребят, мы набили пазик. Да, заметьте, есть небольшое отверстие в руле. Ну ладно, ребят, это не, нам не мешает играть. Так, у нас, видите, у нас вот такой. Сразу, видите, заезжаем. Вот такой у нас автобус. Там 100-500 всяких весюлек, 100-500 всяких бабушек, едущих с рынка или на рынок. 100-500 пассажиров, 100-500 всего, короче, у нас в этом пазе. Ну вы там нормально идете, что ли? Ну, те, кто помнит, как мы катались на ПАЗ-32054, уже не рестайлинг. Те помнят, как было это приятно. Покататься на Москве до Шереметьево. Узнать то, что это маршрут реально, а не тот, до Шереметьево. Было, да. Что, заходим? Немного задеваем, но ладно. Ребят, могу дрифтануть, как хотите. Но я это не буду. Все-таки не зима. Есть, ребят, та же самая карта, вот эта же, как Тамбова, только карта Одессы, но она уже зимой. Я собираюсь вот ее снять. Зимний Тамбов будет, ну, ребят, он не зимний Тамбов, а зимняя Одесса. Ну, можете называть Тамбовым, потому что в них различия нет. Дома те же самые там. Ну, нет вот этих надписей, конечно, «Единая Россия» и зачем? Можно и без них. Ладно. Поехали. Как видите, мы сейчас выйдем из этого поселка. Ой, самого Тамбова, сам не из поселка.
О, на остановке остановите, говорят. Ну, на карте Украины тут еще заправка должна быть. Или она не тут? Да, она тут была. А ну, мы, ребят, уже это место проехали, но... Я, ребят, если что, вам мотну, перемотать. А, нет, не надо! Что-то пазик как-то не едет, ребят. Я вот скачал под 42.34. Только в рестайлинговой версии, знаете? Я хоть, ребят, никогда не знал причину, почему у меня этот автобус не поехал, а узнал вот это. Потому что на нем не поддерживается коробка автомата. И знаете, я как поехал на механике уже пятую передачу, он 130 валит. Понимаете, ребят, я так что сниму про него ролик. Только мы поедем также по 35, но в другую сторону. Нам на противоположную сторону. Там небольшая есть заезд. Ну, если жители там Вова, реально, что если существует поселок Новая Лада, напишите в плюсик в чат. Ой, в чат. В комменты. А если не существует, можете написать минус. Знаете, вот у меня почему-то на пазать никогда нет вот такого порыва видеть вот эти индикаторы поворотников. Я вот тут недавно скачал ПАЗ 3203, в котором, знаете, эти руль немного повернут наизнанку как-то. Не, у него как-то вот так, да, немного вот так. Смотрите, как у меня сейчас руль повернут. Ну, только он другой. Знаете, ребят, как это неудобно. Не видишь индикаторы поворотника. Не, надо только понимать, руль наизнанку. Альфы, конечно, ужасные эти. Мотоциклы. Не могу, ребят, сказать то, что мне прям надо в этих пазах, чтобы был виден индикатор поворотника, но на новых это приятно видеть. Мелочь, это, а приятно-то. Ну, Юрка, он поворот... А, не, нормально, нормально. Я хочу просто посмотреть его максималку, просто... Мне все-таки, ребят, кажется, на этом пазе было лучше все-таки не на автомате, а на механике. Ну, вы видели бы мой позор на механике, так что лучше на автомате пусть разгонится. Ну, что-то как-то 70 тонн берет тяжело. А 71 возьмет? Чебе возьмет он 71? Взял, ну, очень тяжело. Да... Скорость набирает плохо. Явно он все-таки создан этот до городских маршрутов. Все-таки такие, ребят, согласитесь, его собрат по 42-34 пас. 32054 обычный. Все-таки они как-то порезвее. А я вообще молчу про рестайлинг, который на механике только. Он гонит все 130. Ну, если еще аккуратно ездить. Не как я. Может, я бы его еще до 140. И у него, главное, шестая передача не поддерживается. Хотя там можно ее включить. Че, козырное место... О, не занято. Она пустая. Давай. О, у нас бы, ребят, реально уже бы сели. На любое свободное место в таком набитом автобусе. Ну, все-таки игра. Да, конечно. Конечно, конечно. Очень-очень-очень круто. Иметь свой автобус. Но, ребят, буду иметь в будущем. Ладно.
А вот, ребята, конечная. Подоспела. О. Давай. Так. Хочу поставить мод десятку. Ну, минус здесь, конечно, то, что пазик вообще не едет. Он дальше больше 70 не берет, но в основном есть плюсы только. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Теру, с вами я был Матео. Всем пока-пока.